Привет, с вами Лунная Дракониха. Сегодня у нас будет распаковка посылки от Александра Фурии. Это моя подруга, и у нее свой YouTube-канал, который называется Александра Фурия. Она также снимает «Пока прочие драконы», мне очень нравятся ее видосики. И мы ей отправляли посылку с Беззубиком Большим, Мега-Альфа-Беззубиком. И ссылка на ее канал будет в описании. И также ссылка на ролик, где посылка, которую я ей отправляла с Мега-Альфа-Беззубиком. А это посылочка от нее. Саша, большое тебе спасибо за эту посылочку. Я еще не открывала, и сегодня мы ее откроем. Точнее, сейчас, блин, я не знаю. Ну, давайте нарежем ножницами. А тут уже руками можно. Кстати, да, в этой посылке, конечно же, драконы. А какие вы сейчас узнаете. Так. И здесь она подписала от Александры Фурии. Для лунной драконихи. Очень приятно. И здесь вот все вот так вот аккуратно запаковано. И здесь немножко даже вот так вот выпирает крыло дракончика. Думаю, распаковывать я это буду долго. Да, Саша, ты, конечно, очень постаралась, чтобы все это запаковать. Вот, я добралась до чего-то. Что-то первое, что-то второе. Так. Грамгильда не достается. Вот третье. Четвертое. И вроде бы здесь есть что-то еще, да. Что-то еще. И все, да. Вроде бы больше ничего нет. Итак, здесь у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, я что-то не досчитала. Да, шесть различных пакетиков. Итак, давайте начнем, пожалуй, с этого. Здесь у нас Грамгильда. Она из Макдональдса. Блин, как я все это буду распаковывать. Ладно, я за кадром открою и вам покажу. И в первом пакетике у нас вот такая миленькая Грамгильда из Макдональдса. И у нее есть функция, когда мы нажимаем на лапку. На какую лапку? Вот на эту она вот так вот может двигать крыльями. Очень прикольная. И давайте вот этот пакетик, который мы открываем. Здесь у нас очень все хорошо запаковано. Опять ножницы в помощь. И здесь у нас вот такая вот сарделька. Мини-фигурка. Теперь откроем вот этот вот пакетик. Если это можно так назвать. Ладно, лучше ножницами надрежу, я боюсь испортить то, что внутри. Да. Тут вообще фиг откроешь. И здесь у нас вот такая вот сарделька. Тоже мини-фигурка. Теперь давайте откроем вот этот вот пакетик. Большой. Посмотрим, что у нас тут. Да, стало буду очень долго, конечно, отряхивать от всего мусора. Опаньки, здесь он сморчу, он, смотри, такой миленький. Итак, весь мусор я за кадр убираю. И здесь он дальше вот этот пакетик. Один из самых больших. Аккуратненько. И я это открою за кадром, потому что здесь очень много всего. Внимание, и в этом пакетике находится то, что я очень сильно хотела, и наконец-то мне оно появилось. Это мини-скрилл, смотрите, какой он милашка, ну прям пусечка, милавка. Просто пуся. Смотрите, очень прикольный, крылышки у него резиновые, не гнутся. А самый такой пластмассовый. Очень прикольный, Саш. Спасибо тебе огромное. Вот так. И у нас остается последний пакетик с самым интересным. Здесь написано «Открой в обзоре». Я хочу, чтобы это все видели. Вот так вот. Итак, здесь у нас очень много тоже намотано. С записочкой.
Блин, я это открыть не могу. Надпись. Спустя множество мучений открывания этого пакета, здесь было, наверное, 100, а то и больше слоев скотча. И здесь у нас был вот такой вот беззубик. Но это не просто беззубик, это у нас черносветик, как вы видите. Смотрите, здесь это делала сама Саша. Видите, здесь она хвостиком покрасила. Здесь вот тоже. Самое главное, что мне он нравится очень тем, что у него прозрачные крылья. То есть даже у мини-фигурки сделаны были прозрачные крылья. У меня никогда не было такого беззубика, и это мне Саша положила в подарок. Поэтому спасибо, Саша, тебе огромное. Вот, это для Саши. Итак, я отодвигаю опять все бумажки. Их тут накопил очень много, ребята, видели бы все это. Вот это то, что у меня за кадром происходит в данный момент. Итак, в посылке у нас было вот такие вот дракончики. Грамгильда, сарделька, еще одна сарделька. Ворчун, Скрилл и черносветик. Ну и на этом все. Не забывай поставить лайк под это видео, подписаться на канал Александра Фурии. Всем пока-пока, до новых встреч, новых видео. С вами была Лунная Дракониха. Всем пока-пока, до новых встреч, новых видео.